Друзья мои, всем здорово! Такую штуку сейчас покажу! Ля! Вообще, чисто конкретика! Это барометр! Поняли? Ля, тут смотрим, короче. А что это такое? Голд... А я не знаю. А, термо! Термометр! Термометр, друзья, ля! Смотрим сюда, он, короче, вот так оказывается. А я думал, она боком. Вот так вот, так смотрится вообще шикарно. Ширина, походу, у него где-то около 40. А здесь... А сейчас замеряем, что мы будем долго ходить, ля. Вот так вот беру, короче, 14 сантиметров. Там плюс-минус, не, никакого плюса. 14 см. Значит, смотрим. Градусник. Если это градусник, значит, каждый из вас увидит, сколько у нас в магазине сейчас градусов. А здесь дубарь. На улице минус 10, походу. Ну, ничего, ничего, друзья. Выживем. Извините. Значит, что? Что тут, короче? Градусники, вот смотрим, да? Все, увидели, короче. Далее. Что это у нас? Это вот и есть тот самый барометр. Опа, так, подвели мы. Сегодня у нас хорошая такая сухая погода. Давление. А я не знаю, я в этом не разбираюсь, сколько там давления. Смотрите сами, ну у нас тут ясно. Ля, и на улице реально сейчас ясно. Вообще огонь. Солнышко светит. И тут четко показывает. Короче, смотрите. Далее, вот это что такое, я не знаю. Может, какое-то давление? Вот уже тоже давление, лянь, указывается. Какие-то атмосферные осадки там, все дела. Я не знаю, что это вот это. Может, это часы не подводятся. А что оно такое? С утра пораньше щемятся уже. Я не понял. Короче, смотрите, друзья. Данная вещь будет стоить 3750. Кто желает забронировать, может это сделать в комментариях. Кто желает позвонить, пусть позвонит. И там можно просто сказать, что данная вещь нам и нафиг не нужна. Можно как хотите. Как вам удобно, так и звоните. Поняли? По вайберу. По всем делам, короче. Ну, собственно, и весь обзор. Нормально тогда. Как говорится, все да ни о чем. Ну, ничего, ничего, друзья. А вот и цена. На обороте тут вообще все в идеале. Шикарная. Есть даже куда крепиться, поняли? Ну, чтобы он висел максимально. Это интересная вещь. Собственно, подписывайтесь. Кто не знает, где мы находимся, зайдите в описание к данному ролику. Там все указано для вас. Всем пока!